Всем привет! Итак, я заказал себе роутер. Приблизительная стоимость была около 3, ну, 3,5 тысяч, в зависимости от там скидок, баллов и что у вас еще имеется. Был неплохо запечатан, в принципе. Ну что, будем открывать? Так, видим. Может, ножницы не нужны? Нет, надо. Ножницы нужны. Ходили. Это еще не все. О, тут что-то интересное. Для сим-карт, походу. Так, ладно. Да. Разные разъемы под сим-карты. Что очень даже неплохо. Так, итак, сам роутер. Трудит. О, интересно. Вот такая вот коробочка. Что, нету провода, что ли? Блин. Кнопка включить. ВПС. Сзади шнуры, муры. Кнопочка сброса. Так, ладно, шнуры, муры. ЛАН-кабель. ЛАН второй, ЛАН третий. Кнопка сброса. Так, я думаю, что здесь не должно быть все. Не пугайте меня так. LAN-кабель мне, во-первых, сильно не нужен, потому что я буду сидеть с мобильного интернета. Это раз. Другой вопрос возникает. Зарядка. Ясно, перец. Так, антенки. Такие вот закругленные. Но, честно говоря, скорее всего, вставляются вот сюда. Я так думаю. Да, я был прав. Прикручиваются. Так. Попробуем до упора. Так. Вторую антенку. Не знаю, как надо настраивать эти антенны. Я почему-то думаю, что они должны вертикально кверху стоять. Так. Другая как-то вот так. Что-то в этом роде. Но это еще не все. Так, видим слот для сим-карт. Также видим, что есть пароли. Такие простые. Так. Желательно, конечно, менять пароль. Так, ну я ставлю сим-карту уже чуть попозже и покажу, насколько он хороший или плохой роутер. Дело в том, что у меня не город, а сельская местность, так что скорость может отличаться. Допустим, в городе намного будет лучше ловить, и точные параметры я не могу сказать вам, но скажу по качеству связи, насколько что изменилось по сравнению с модемом. Так, еще
такая вот инструкция. Я думал, на китайском будет. Не, ну хоть на английском это хорошо. Хорошо. Так, что мы еще можем? Ну, тут ясно. Так. Это обратно. Это обратно. Все. Обзор. Покажу далее, как снимает. Как ловит. Обзор покажу далее, как ловит. Обзор покажу далее, как будет ловить. Итак, у меня сейчас модем. Ставлю. Итак, у меня сейчас ставлю модем. В принципе, вышка находится очень далеко. Ну, где-то 2 километра отсюда. Заходим на... Набираем тест скорости интернета. И Вася. Так. Нажимаем на часть. Но скорость может, честно говоря, отличаться, потому что, допустим, ночью одна скорость, днем другая. Так. Итак, видим. Нет, пока он еще не определил. Мне максимально 20 мегабит я поставил на Йоте. Ну, значит, 3, так. Короче, 3 мегабита в секунду. Ну, примерно около даже 2 бывает. Скорость загрузки 3 мегабита. Грубо говоря, 2 мегабита в секунду. Средние показатели. Но напоминаем, что мы находимся не в городе, а под городом. И скорость может отличаться, допустим, в городе намного лучше связь. Так, я оставил зарядку. К сожалению, она очень короткая, шнур. Мне уже это не нравится. Видим, что заработала антенна. Показатели намного лучше, чем с простым модемом. И видно, как грузит 4К. Так что я так думаю, что можно брать его. Но не сильно будет лучше, если в таких условиях. Так, вот сколько мы уже минуту говорим. Полторы. Загрузка 45 секунд. Вот. А, я не скажу, потому что еще было. 30 до 40, 15 секунд, но не скажу, что плохо, но ладно, всем спасибо.
Пишите лайки, комментарии, предложения. Буду рад выслушать. Всем пока.